Здравствуйте, с вами снова Александр, и я хочу вам сегодня рассказать о новинке от компании AppBaby. Модель называется Minu. Наконец-то компания AppBaby начала задумываться о своих потенциальных клиентах, которые любят путешествовать. У них в ассортименте была трость, ну, есть, имеется в виду, но вот такую колясочку они сделали впервые. Это коляска, которая проходит ручной кладь в самолет. Она компактненькая. Весит она, кстати, всего 6,7 килограмма и рассчитана для детей с полугода до 5 лет. И максимальный вес ребенка 23 килограмма она выдерживает. Кстати, это вот технические характеристики в двух словах. Вот. Мы с вами сегодня о ней поговорим, посмотрим, что она из себя представляет. Изучаем с ручки, как обычно. Сразу же хочу подметить материалы, используемые в AppBaby, вообще в целом очень качественные, я считаю, премиальными материалы. Очень действительно ткани вообще волшебные, приятные. Везде магнитики, все вот строчечкой ровненько. Ну, все здорово сделано. Также хочу подметить материал ручки, это кожа. Ручка очень приятная на ощупь, она перфорированная. Вот, хват вообще идеальный, на мой взгляд. Я не люблю тонюсенькие ручки. Здесь хват прям отличный. Ручка, кстати, по высоте не регулируется. Вот смотрите, 186 у меня рост, поэтому соизмеряйте со своим ростом, как приблизительно будет вам. В козырьке здесь есть смотровое окошечко с москитной сеточкой и на магнитах. Все на магнитиках. Можно ее подвязать. Здесь есть специальный ремешочек для этого. Вот. И чтобы окошко было всегда открыто. Козырек достаточно большой. Вот сейчас выдвинута дополнительная секция. Защита, кстати, от ультрафиолета присутствует в козырьке. Можно убрать, если вам нужен поменьше козырек. Можно вытащить. Тут уже вам как нужно. Регулируется вот таким образом. Что мне нравится? Тихий механизм. Щелчок небольшой слышен, но он тихий. Ребенка тревожить это не будет. Так, давайте сейчас посмотрим на сидячее место, посадочное место, точнее говоря, ребенка. Что мне нравится, очень приятная ткань, я уже вам сказал. Здесь есть специальная проставка, она не гамаком, достаточно мягкая она. Вот, из минусов единственное, что отмечу, здесь нету как таковой отдельной подножки. Она, видите, вот такая, какая есть, по большому счету, и все. Ее никак не выдвинуть, ну, ничего, короче говоря, с ней не делать. Я тут поюзал, не нашел, как это делается. Вот, я думаю, что она не регулируется. Так, что касается самого места. Оно большое, спинка высокая. Что касается безопасности, стандартные пятиточные ремни. Нету мягкой накладки на паховой зоне. Вот в премиум сегменте и нету. Ну, как бы, может быть, я придираюсь, но вот я бы хотел, чтобы здесь была накладочка. Мягче моему ребенку было бы. Вот. Что касается регулировки наклона, вот, кстати, уже это максимальный наклон, который вы видите. Здесь нету 170 градусов, еще чего-то. Вот только как есть. Все стандартно, ремешками. Вот. И когда мы полностью поднимаем спинку, нету, конечно, 90 градусов, но близко к этому. Ребенок нормально, полноценно сидит. Вот. Регулируется это все ремешками. И в задней части есть небольшой кармашек для того, чтобы ребенок, ну, точнее говоря, родители могли что-то сюда класть. Можно вот так, кстати, сделать. Вот, если нужно летом, чтобы проветривалось, можно спокойно это все организовать. Поднять заднюю стеночку и, собственно, и все. Скрепится она и на липучках, и с помощью кнопочек. Кнопки — это надежно, но не оперативно. Приходится немножечко приложить усилия. Так, давайте теперь поговорим с вами о шасси. Шасси металлическое здесь полностью. Толстое, хорошее металлическое шасси, алюминий, естественно, используется. Вот. Что касается амортизации. Амортизация здесь есть на всех четырех колесах. Амортизация достаточно приличная, на мой взгляд. Я даже не ожидал, что здесь будет такая амортизация. Вот, материал колес здесь обычный, полиуретан. Ну, зато не проколите ничего. Так, что касается тормоза, с правой стороны мы нажимаем, блокируем, а с левой стороны уже зеленый индикатор, нажимаем, опять же сверху, не ковыряем обувь, разблокируем. Очень удобный тормоз.
Вот. Что еще нравится в Apo Baby, они всегда, ну, такой у них практичный подход к изготовлению колясок, и они во всех моделях делают хорошие большие багажники. И в этой модели не исключение, багажник действительно очень большой, я считаю. Очень хороший доступ, что спереди, что сзади, все отлично. Вот. Ну, в принципе, по коляске. Кстати, в комплектацию входит транспортировочная сумка, в которой вы можете путешествовать. Я имею в виду, засунули прям в сумку и в самолет на полочку убрали. Вот. И дождевик еще входит в комплектацию фирменную. Это тоже на самом деле круто, потому что оригинальный, если он не входит в комплект, он стоит обычно там 1003, но это так себе затея покупать дорогие такие дождевики. Хотя оригинальные сидят идеально. Так, в принципе, по коляске все. В двух словах мое мнение вам скажу, что вообще я любитель, я точнее говоря, очень с уважением отношусь к компании Apo Baby. Мне нравится этот бренд. Нет повода не любить эти коляски, потому что они не сверх какие-то дорогие. Это не дешевый сегмент, но он, естественно, стоит того. Вот. И коляски очень качественные делают. И сейчас они сделали вот такую коляску для путешествий. Давайте я сразу, кстати, вам покажу, как она складывается. А то говорю, а самое интересное вам и не показал. Вот, видите, колясочка маленькая, аккуратненькая, в сумочку раз-раз. И полетели отдыхать. Раскладывается это все тоже. Фиксатор убираем. Все. Вот таким образом она складывается, раскладывается. Вот. Поэтому я, наверное, бы очень рекомендовал такую коляску для рассмотрения, к покупке, потому что качественно сделана, очень надежная конструкция, ребенка выдерживает аж до 23 килограмм. Это говорит о запасе прочности коляски. Да и в целом ощущение от коляски очень приятные, чувствуется, что вещь не дешевая, качественная. Вот, поэтому очень рекомендую обратить на нее внимание, если есть такая финансовая возможность. Потому что стоит она на сегодняшний день около 28 тысяч, если память не изменяет. Да, 28 тысяч. Сейчас у нас июнь 2018 года. Поэтому вещь не дешевая, но стоит своих денег, на мой личный взгляд. Поэтому выбор, как всегда, за вами. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить первую коляску за предоставленную на обзор коляску Apo Baby Mino. Вот, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Не забываем подписываться, ставить лайки. До свидания.